Сор, часть творения, которая остается пустой, называется сор, называется сов, конечная. В ней творение создает ограничение на получение света из отсутствия соответствующего экрана. Сов Калькальты — это часть творения, которая остается пустое. Называется сов, то есть конечная. Там творение создает ограничение на получение света из отсутствия соответствующего экрана. Сов Калькатты — это Малхут, которая не в состоянии ничего получить. Спускаясь, равно удаляясь, это основной закон, действующий в мире, принцип подобия свойств. Он гласит, что два объекта сближаются, плоть, плоть до слияния, в мере подобия сходства, сходства свойств и отдаляются, ввиду, ввиду отличия свойств. Этот принцип близости в мере подобия свойств существует также и в нашем мире. Чем больше схожи между собой люди по вкусам, взглядам, тем ближе они друг к другу. А ненавидящие друг друга далеки один от другого. Спасаться бегством значит делать сокращение, решает не использовать. Стадия кетер — это желание Творца насладить творение. Стадия хохма — еще неосознанное, не самостоятельное желание насладиться. Ступени — это уровни желания отдавать, приобретаемые человеком. Называются ступенями дух, называются ступенями духовных миров. Всего существует 125 ступеней. Ступени лестницы, уровни желания отдавать, приобретаемые человеком. От Творца до нашего мира существует 5 ступеней, которые называются мирами. Каждая из них имеет свои подступени, называемые Парцуфим, а каждая из подступеней имеет свои подступени, называемые Сфирот, то есть всего от нас до Творца 5×5×5 равно 125 ступеней. Стыд на иврите буша — это унизительное ощущение эгоизма единственного творения по сравнению с альтруизмом, Творцом, свойством абсолютной отдачи. Боль, отвращение к своему состоянию, эгоизм, ощущение стыда — это два проявления одного свойства. Суще из ничего на иврите яшмиаин — это творение, это сосуд, душа, созданная, созданная из ничего желание насладиться ощущением Творца, светом.
хоть получить, которая является материалом всей существующей действительности. Суть, смотри, отсюда сфера, множественное число сферот, различные свойства, которые принял на себя Творец относительно творений. Всего их 10: Кетер, Хохма, Бина, Зеир, Анпин, который состоит, в свою очередь, из Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут. Сфера Бина — состояние, когда...